Ну что, широко разрекламированный всероссийский урок профилактики ВИЧ полностью провалился. Это было понятно, потому что организаторам было запрещено употреблять даже слово презерватив. Но вот вмешавшиеся в эту процедуру, в эту историю попы, они все окончательно довели до маразма. Известно, что попы утверждают, что лучший способ борьбы со СПИДом это патриотизм. Замечательная мысль, замечательная и примечательная по своей сути. Патриотизм должен предохранить в некоторых случаях от серьезных заболеваний, от такого серьезного, как ВИЧ. Но хотелось бы, чтобы Гундяев лично показал, как этот патриотизм надо натягивать.